коллеги, рядом со мной новый интересный спикер с ярким луком, с яркой упаковкой. Очень хочется пообщаться. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о своей компании. Компания «Дикоед» занимается производством продуктов из мяса дичи, охотничьего зверя. Также занимается дикой рыбой, дикоросами. То есть наш девиз – самая натуральная еда. Наша еда натуральная, фермерская, потому что ее никто не выращивает, никто не пичкает ее стероидами, антибиотиками и всякими пищевыми добавками. Дикий зверь сам кушать не будет, поэтому это максимально экологически чистая еда. Ну да, он питается подножным кормом и добывается путем охоты. Я вижу у вас пару баночек в руках, но я так понимаю, проблема в том, что у нас не так много места в руках, чтобы весь ассортимент держать. Расскажите, пожалуйста, что у вас есть в линейке? Да, у нас есть консервы, это паштеты, мясо тушеное со сроком хранения 3 года. Вот, есть колбасы, есть полуфабрикат, крупнокусковой, то есть это вакуумированное мясо, там, например, шея, вырезка. Есть уже более такой полуфабрикат, стейки, то есть готовые для жарки. Есть котлеты, пельмени, колбаски для жарки. Линейка огромная. Я вот вижу, что у вас в руках есть мясо медведя и паштет из бобра. Какие еще звери представлены в вашей линейке? Косуля, олень северный, олень европейский, олень пятнистый, марал, что там еще? Кабан. Всех и не упомнишь. Бывает много чего. Иногда попадается экзотика типа лани или рыси. И тут же оказывается у вас в ассортименте. Да, да. Ну, недолго, потому что дефицитные позиции. Вот, за ними надо следить. Также есть птица. Есть рябчик, куропатка, глухарь, фазан, утка дикая, гусь дикий. Замечательно. Вы представлены на маркетплейсах? Да, мы есть на Озоне, на Вайлдберрисе и на Алиэкспрессе, но только с тушенкой пока. С максимально не портящимся продуктом, который можно далеко везти. Да, расскажите, пожалуйста, о вашем производстве, где вы базируетесь? Производство находится в городе Пушкино, подмосковном. Вот, ну, там мы базируемся. Хочется узнать вот по поводу состава. Я так понимаю, вот как всегда все говорят, что у нас все натуральное, но вот хочется узнать, вот я так понимаю, были и у блогеров какие-то попытки протестировать вашу тушенку, и какие были отзывы? Да, вот не дали как месяц назад блогер Грильков вслепую, его супруга купила в том числе и нашу тушенку, и он ее дегустировал, не зная, что это. В общем, он восхищался. Всю тушенку у нас смели быстро в Уилдберрисе, в Озоне, в Алиэкспрессе. Вот. Ну, как бы понравилось. Ну, и мне самому очень нравится, и я вам оставлю тоже попробовать. За это спасибо. У вас есть интернет-магазин, давайте скажем, как вас найти. Да, dikoed.ru. Можно заказывать у нас всю продукцию. У нас там более 700 позиций. Вот, доставка на следующий день после заказа. Работаем не только с Москвой, но и с регионами. Спасибо большое за такое общение. Пожелаем вам удачи на нашей выставке. Спасибо. До свидания.